Смучу уже 8,5 лет. Его хозяйка всегда ответственно подходила к сезону активности клещей. Питомца коротко стригла и обрабатывала специальным средством. Но в этом году режим самоизоляции застал их неожиданно на даче. Через 5 дней поднялась температура 45. Потому что нормальная температура у собак 38,5. Приехали к врачу. Взяли анализы, у нас подтвердился, что нас укусил клещ. Теперь мы лежим на столе, капаемся. Диагноз смуча – пироплазмоз. Редким его не назовешь. Особенно в этом сезоне, когда из-за аномально теплой погоды активность клещей не прекращалась даже зимой. При укусе паразит впрыскивает в кровь животного возбудителя болезни. Это кровепаразит, размножающийся в эритроцитах. Так как это паразит, который размножается в эритроцитах путем деления, заражение и распространение происходит достаточно быстро, и последствия бывают очень тяжелыми. Необычное поведение питомца должно насторожить хозяев. Вялость, бледность слизистых покровов и слабость задних лап. При появлении этих симптомов ветеринар в первую очередь заподозрит пироплазмоз. Подтвердить диагноз или опровергнуть можно за считанные минуты. Для этого потребуется капля крови, реактив и микроскоп. В эритроцитах я под микроскопом увижу паразита. Это может быть одна клетка в виде запятой, это может быть две клетки, четыре и так далее. Самое большое количество клеток, которые я встречала, было 32. Был такой очень толстенький, жирненький эритроцит, в котором были много-много-много маленьких пироплазм. В 98% случаев животные излечиваются от пироплазмоза. Если лекарственной терапии недостаточно, специалисты делают переливание крови. Впрочем, легче болезнь предотвратить. Раньше применяли спреи и капли. Сейчас создали более эффективное средство – таблетки. Их тоже несколько видов существует на рынке, на нашем. Препараты действительно высокой эффективности. Вот. Существует мнение, что если препарат дался внутрь животному, то и побочных эффектов от этого препарата больше, то есть отравлений. Но мы, скажем так, эти негативные последствия от таблеток, которые даются внутрь, встречаем крайне редко. Осмотр после прогулок может сберечь питомцу здоровье. Он позволит вовремя обнаружить и извлечь клеща. Специалисты подчеркивают, поливать паразита маслом или тем более спиртом не стоит. Это, конечно, убьет кровопийцу, но от пироплазмоза животное не спасет. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».